характера фильм. Это значит, вот... Козу делаю. Это надо убрать. Конечно, убирай все. Значит, козу делаешь, да? Это твое новое рабочее место, да? Да. Вот коза, видишь. Вот я делаю два адвоката. Прокуратор это. Прокуратор, ну прокурор, наверное, вот. Или прокуратор. Прокурор. Вот это Анечка, это прокуратор. Прокуратор? Вот это дамы какие-то, а не мужики. Мужчины, но у меня получились какие-то нервные лица. Женские лица получились. Женские лица получились, но у него здесь вот такое. Покажи. Маленький тоже. Ну да, ну надо было, ну добро, уж как сделала, то сделала. Можно было немножко пожестче. Грубее немножко. Да, да. Значит, это прокураторы. Уже закончены? Да, или тут будет написано? Не будет написано? Нет, написи не будет. Это не делает написи. Угу. Понятно. Ну хорошо. Люда, ты можешь не мешать? Два. И вон какой маленький мальчик. Здесь она пишет мне. Бабуся меньшего сделай. Бабуся меньшего, чем нормальная кукла. Малый министрант. Два штуки. Протоколант. Какой-то... Волк. Это что-то Летиция. Это какая-то конкретная женщина, героиня. А это что-то я не... Ну, видишь, а я думал, что это... А это я давно делала, раньше как-то. Наказание получается. Наказание получается, да? Широкую сделаю ее. Я уже
делать я вообще рукой. Бедная женщина. А тут еще ворох с душами, да? И духи. Эти духи-то страшные. Млыняш. Аня написала. На кого? Вот эти вот. Вон с мешками. С мешками муки она написала. Млыняш. Это, это, значит, этот мельники. Да, мельник. Мельник. Понятно. Ну вот эти кони хорошо получились. Ну вот эти хорошо, а эти немножко я... Да, эти где-то доходяги. Видишь, те стоят, я теперь знаю, как, чтобы стояли. Ну надо... Вот эти вот... Целый тому. Вот эти, что знаешь, вот эти вот штуки, что уши. То надо ватики эти ставить вот так вот, и тогда нормально. И даже на этих тоже надо. Да. Это и эти ставила.